Шварцбраун и Кватрачента. Так романтично с итальянским налетом называется плитка, которой мостят сквер на площади Революции. Знаменитый красный асфальт выцвел и пришел в негодность. Теперь площадь Революции сменит цвет. Для внутренней части используется тротуарная плитка темно-коричневого цвета. По периметру более светлая. Это одна из 13 улиц, на которых в сезоне 2015 года ведется комплексное восстановление. Большая часть средств поступила в город из областной казны. А так, в 2015 году в областном бюджете предусмотрены средства в размере 3 миллиарда 280 миллионов рублей. В том числе городскому округу Самара предусмотрены субсидии в размере 1 миллиарда 111 миллионов рублей. Улицы, которые восстанавливают в сезоне 2015 года, расположены в разных районах Самары, в том числе и самых удаленных, не видевших ремонта десятки лет. Этот объект, улица Венцика вместе с площадью Революции, один из знаковых, расположенных в исторической части города, активно преображающихся в рамках подготовки Самары к чемпионату мира по футболу. Здесь ведется комплексный ремонт на общей площади более 30 тысяч квадратных метров. Идет замена покрытия проезжей части, плиточное мощение тротуаров, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство парковочных карманов. Для удобства инвалидов по зрению на тротуарах появится тактильная плитка. На сегодня работы по асфальтированию проезжей части практически завершены. В заключительной фазе укладка плиточного покрытия на придорожной полосе и тротуарах. Здесь идет с опережением графика. Идет где-то порядка на 10-15 дней вперед, идут по графику. У нас в любом случае все работы должны быть завершены к октябрю месяцу. Мы делаем это сегодня быстрее для того, чтобы высвободить дорожный ресурс. В 2015 году сезон дорожного ремонта в Самаре по поручению главы администрации Олега Фурсова стартовал раньше обычных сроков, и соблюдение графиков находится на ежедневном контроле городских властей. Благодаря этому многие объекты уже сейчас находятся в завершающей стадии. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События.